Читаем вместе святых отцов или атропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей, творение высокопреосвященнейшего блаженной памяти митрополита Тобольского и всея Сибири Иоанна Максимовича. Пять книг. Переложено с церковно-славянского на русский язык статским советником Иваном Андреевичем Максимовичем. Киев в типографии Киево-Печерская Успенская Лавры, 1896 год, репринтное издание. Книга 5, глава 3. О том, каким способом можем мы утверждать в себе крепкое упование на Бога при приключениях, противных нашей воли. Кормчий познается во время морских бурь и штормов. Воин в сражении, подвижник, борющийся против грехов, в борьбах против искушений. Никто не знает, что он в силе сделать, если не испытает себя в борьбе с многоразличными бедствиями. К познанию себя необходимы испытания, практика, экзамен. Кто может совершить как должно свое дело, если он не изучил его практически, не навык к нему? Некоторые добровольно предаются бедствиям, испытывая свою добродетель, кроющуюся во время благополучия радуются, говорю, великие мужи в скорбях и трудах, как мужественные войны в сражениях. Всякая доблесть желает пребывать в сопротивлении себе, она идет прямую дорогу, и я победа над встречными неприятностями, есть часть славы и я. Посему Бог тем, которых Он избрал себе, дает совет подвязаться, трудиться, страдать, и часто подает им повод совершить что-нибудь доблестное, великодушное, требующее пожертвования собою. Потому самое неудобство в здешней жизни некоторым образом необходимы. Откуда можно узнать, насколько преуспел ты в надежде на Бога, если все сбывается по твоему желанию? Откуда будет известно, что ты любишь нищету, если изобилуешь богатством? Откуда узнаешь, что имеешь мужество переносить бесчестие, зависть человеческую, если проводишь свою жизнь в радости без всяких огорчений? Действительно, для познания самого себя необходимы испытания. Не мудрено возглашать в благополучии живя «Господь, твердыня моя, необоримая защита моя, избавитель мой» и прочее. Псалом 17.3 когда в то же время говорит нищий, знаю хорошо, что не умру с голоду на сей недели, когда имею торбу в тексте таболец полную хлеба без всякой надежды, он говорит это упование в русском языке упование и надежда синонимы. Видимо, они есть упование, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Римлянам 8, 24, 25. А потому упование на Бога становится тогда видимее, ярче, когда мы переносим все наши противности мужественно, когда тяготеют они над нами. Об этом и будет наша беседа. Отделение первое. Крепким основанием нашей беседы будут две истины. Первая та, что в мире Везде, во всяком состоянии и звании, жизнь наша переполнена нападениями и бедствиями. Иначе и нет возможности продолжать здесь жизнь. Сам Христос, Бог наш, предсказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. В тексте дерзайте. Я победил мир. Иоанн 16.33. Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гоними. 2 Тимофею 3.12. Вторая истина. Не должны мы забывать изречение святого Павла «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10.13 При таком двойном основании первый нам является учитель святый Киприан, наставляющий нас об уповании на Бога так – Положим, что слуга твой пал в вину, заслужил быть наказанным пощечину или плетью, но ты даешь ему только легенький щелчок. Он тотчас же рассверепел, бросил работу, ушел из дому, и твоим недоброжелателям везде рассказывает о тебе разные нелепости. И если я такому человеку стану покровительствовать, буду ли я тебе приятен? судя справедливо, слуга этот негодяй уже не раз проказничал и достоин гораздо большего наказания, и как сопротивляющийся своему хозяину, желавшему исправить его, ушел из дому, заслужил тем быть наказанным по уголовным законам. Если бы он, обратясь к друзьям бывшего своего хозяина, стал просить себе защиты то казался бы потерявшим разум, но как он обратился к неприятелям хозяина, пред ними оклеветал и обругал его, то поступок этот вдвойне преступен и угрожает уголовным судом. В образе этого слуги узнай, христианин, себя самого. Когда Бог тебя наказывает, то наказание это гораздо легче, что Богу свойственно, чем ты заслужил. Зачем же ты смиренно не покоришься Ему? Что за нелепости болтаешь, говоря, заслужил ли я тюрьму или ссылку? Когда поступаю так со мною, я стану еще больше пьянствовать, чтобы вином залить свое горе. Зачем сам себя мучу я? Зачем не дам себе покоя, обремененный такими бедствиями от Бога? это и есть, о человек, предать самого себя врагам своим. Зачем ты лучше для тебя не обращаешься за помощью к друзьям Божьим? Опомнись и призови их в помощь себе. Уповай на Бога и смиренно покорись Ему. Где есть упование на Бога, там воля наша крепко привязана к Богу. Напротив, весьма мерзостно и противно, когда всеблагий Господь Бог желает исправить недоброго служителя, легким наказанием, тот отвечает, не хочу наказания, я не заслужил побоев, не подлежу столь тяжкому наказанию, оставь свое безумие, уповай на Бога и живи на своем месте, не нарушая своих обязанностей и обетов. Не удивляйся, не завидуй делам грешника, веруй Господу и пребывай в труде твоем. Сирах 11, 19, 20 Блаженный Иероним, побуждая купованию, на Бога говорит весьма много в мире льстивых приманок и бесчисленных сетей, но мы воскликнем к Богу. Если я буду находиться среди смертельных опасностей, не убоюсь зла, ибо ты со мною, если станет против меня целый полк неприятелей, всех дьяволов гиены, не убоится сердце мое, если начнется против меня война всех в мире нечестивых человеков, и тогда я безопасен, уповая на Господа. Сравни Псалом 26, 2, 3. Если же по действу злого Духа возникнут, «В тебе льстивое помышление, тебя смущающее, и ты начнешь увлекаться ими, но разум твой и совесть спросят, что мне делать?» На вопрос отвечает тебе Елисей. «Не бойся, ибо множайшие свидетели за нас говорят». Справедливо сказал он в Роси. «Там бывает большая помощь, где возникнут большие бедствия, ибо как в благополучное время, так равно и в скорбное Бог есть могущественнейший нам помощник». Бог обратил камень в хранилище меда и Илея, ибо питал Бог израильтян в пустыне медом из камня и Илеем из твердой скалы. Второзаконие 32.12. Сотни и тысячи народа освежил и напоил он из чистого источника в таком месте, где не мог бы удовлетворить свою жажду малейший птенец птичий. У Бога есть крылатые слуги, очень быстрые, быстрее ветра, через которых посылает Он пищу избранным Своим. И если и мы возложим на Бога сердечно свое упование, Он будет с нами, не оставит нас. Но часто пытливый ум наш возбуждает вопросы подобные вопросу Гедеона, вопрошающего явившегося ему ангела: Господин мой, если Господь Бог с нами, то от чего постигают нас все эти бедствия, где Его чудеса, о которых нам повествуют? О промысле Божьем дивное и величественное говорится, имеем мы заповедь, во всем на Бога полагаться. Но между тем волны многоразличных бед и скорбей бросают нас туда и сюда, и мы бедствуем и погибаем. Если Бог с нами, зачем постигает нас многоразличное несчастье, которое подавляет нас печалью? Приличный ответ на сей вопрос рассмотрим в следующем отделении. Отделение второе. Один из умных учителей, увидев слишком опечаленного Аву, отца начальника монастыря, сказал ему в утешение псаломские слова. «Да не погубит тебя эта ужасная буря морская, да не поглотит тебя пучина водная». Псалом 68, 16. Пусть смиренно мудрее твое навыкнет не побеждаться от злого, но побеждать зло добром. И победишь, если возложишь на Бога крепкую надежду, и будешь терпеливо ожидать окончания дела. Лучше тебе смиренно предать себя под крепкую руку Божию и никак не противиться распоряжению Всевышнего. Хотя дьявол люто свирепеет и крепко вооружается, но без повеления Божия не может никому вредить, ни даже и свиньям прикоснуться не может». Смотри, Луки 8.32. Зачем же нам бояться адского змея, связанного оковами железными, ни для кого не страшного и не могущего никому вредить, кроме разве тому, кто сам к нему приблизится? Но вот я слышу, что некоторые говорят о себе, я так страдаю, что кажется мне, я уже брошен в ад. Поэтому ли ты, христианин, теряешь надежду свою на Бога? Верь мне, не ты один страдаешь так. Много есть таких, которые, страдая адскими муками, выходят из этого ада невредимыми. Товия, Тавид, муж доброй, непорочной жизни, находился в таком горьком положении, но не терял упования на Бога и, быв услышан, восхвалил его в следующих выражениях. Ты, Господи, наказываешь и опять утешаешь, не зводишь в ад и опять выводишь оттуда, и от руки Твоей никто не убежит. Тавита чтобы научить святых апостолов быть великодушными и попечительными также о других, как и о себе самих, Христос Господь взял их с собой на корабль и попустил ветрам возволновать море сильную бурю. Бедствуя среди ужаснейших волн, ученики Христовы полагали, что они уже погибают, и тем более убоялись, предполагая, не пщующе, что Христос уснул крепким сном, начали будить его, взывая. Господи, спаси нас, погибаем. Тогда Христос говорит им, что вы так боязливы, маловерные, зачем устрашились, где вера ваша, что может вредить спящему человеку, когда Бог над ним бодрствует и никогда не дремлет. Отсюда явно, что упование на Бога преимущественно среди величайших опасностей торжествует, когда все и все находится в страхе и трепете. Сравни Матфея 8, 24, 27. Какие многочисленные бедствия постигли праведного Иова. Враги весь скот его угнали. Что осталось от врагов, было истреблено огнем небесным. Всех его детей погребло под собой падение и разрушение дома. Сам Иов не только покрытый гнойными струпьями, но весь сделавшийся одной язвою, сверх того растерзанный упреками своей жены, своих друзей, все погубил, кроме одного крепкого упования на Бога он, брошенный на гноище, в куче червей, вокруг ползающих, истекающих с мрадным гноем, обтирая его не мягким платком, но оскребая черепком против обыкновения. Однако ж при всем этом мужественный подвижник этот победоносно возглашал, «Если и убьет меня, на него уповаю, он мой спаситель и жив буду». Многоплачевное это позорище обратилось потом в величайшую радость и невозмутимое спокойствие. О, как часто бывает, что плачевное начало венчается благотворным концом. Итак, каждый, обуреваемый волнами скорбей, укрепись, умножь свою надежду на Бога. Как поступаешь ты, маловерный человек, в том случае, когда сильный дождь застигнет тебя в открытом месте. Верно, если это случится в городе или селении, ты ищешь покрова, чтобы скрыться от дождя, а в поле бежишь под ветвистое дерево или другое какое-либо прикрытие. Здесь же во время скорбной бури для тебя безопасное убежище, есть крепкое упование на Бога. И никогда не найдешь ты в пустыне мира сего столь благоприятной гостиницы в подлиннике виталища, которое будет в дождь покровом, в сильный холод баню и во всякой беде твоей защиту. Это упование на Господа всея твари. Уповай на Бога и подобно мореплавателям, которые приготовляют нужное к плаванию, от Бога же попутного ветра ожидают. Так и ты пребывай в своем звании, а все прочее Бог устроит. Человек предполагает, а Бог совершает говорит мудрая пословица, так и ты предполагай по своим обстоятельствам, а Бог совершит твои начинания к лучшему для тебя по воле своей, святой и праведной. При всем, если и случится что-либо трудное для тебя, терпи долго и ожидай, подобно земледельцу, благоприятного, богатого жнива. Уповай на Бога. Отделение третье. Скажешь, терпеть от врага как-то легче, но невыносимое зло, какое только можно себе представить, есть то, когда приходится страдать от людей, кажущихся добронравными. Это превосходит всякое терпение. Оно смущает вас и оскорбляет до нельзя. Что же нового и необыкновенного в этом? Так было всегда в мире. Во времена апостольские было за урядным делом давать обиженным суд неправедный под видом законного, содержать в сердце лесть, прикрывая ее маской правды. Также было обыкновенным переносить обиды и неправды, страдать от друзей, родственников и людей, облагодетельствованных нами. Истинные слова Христовы предсказанные им наперед о том, как будет в мире в последующие времена. Будут отныне пятеро в одном доме, станут разделяться, противиться, трое против двух, и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Луки 12, 52, 53. При этом увидишь, что делаемые благодеяния обращаются в злодеяния. Жизнь и здоровье преследуются тех, за которых должны быть преследователи не щадить ни жизни своей, ни своего здоровья. Давида царя преследовали не только Ахитофел, ближайший его советник, и не только его тесть Саул, но и Авессалом, его сын, и Господа Иисуса Христа, кто убил? Убили его не язычники и долопоклонники, но возлюбленные Богом, сыны Израилевы. Его спросят, Отчего у тебя язва на руках, и он ответит: От того, что меня искололи, пронзили в доме, возлюбленном мною. Захария 13.6. Еще более печально, что и от самых учеников своих сколько потерпел Иисус Христос. Иуда Искариотский, которому за несколько предшествовавших часов Христос умыл ноги, сделал его участником своей тайной вечери, святого причащения. Этот неблагодарный ученик и раб предал врагам своего Господа. Возлюбленный Петр отвергся от него при страдании его, а прочие его ученики оставили его и бежали. Что удивляемся мы? Враги человеку домашние его, сказал пророк. Михей 7.6. Но уповающий на Бога все это побеждает удобно. Спросишь при нашем уповании на Бога, каким образом мы удобно можем одержать эту победу. Вот тебе шесть кратких наставлений для того. Первое. Если тебя постигнет злое приключение, ты немедленно, тотчас же обратись к Богу и открой Ему свое сердце о том, чем ты страдаешь, что причиняет тебе нестерпимую боль. В этом отношении мы едва ли не все грешим сильно, когда тяготят бедствия и огорчения, то мы всем жалуемся и всех приводим в сожаление об нас. Одного только Бога забываем, Он бывает последним из всех у нас тех, к которым прибегаем мы, прося помощи, и тем порядок превращаем в беспорядок. Иначе поступал Давид, а он говорил: «Возвожу очи мои к горам, то есть к жилищу Божию». Откуда приходит помощь мне, помощь мне от Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 12,1.2. Всякий, кто не поступает так, в начале каждого несчастья, бывает встревожен гневом ли, болезнью, или обидами до такой степени, что не может в себя прийти, а потому и при малейшем смущении тотчас же обратись к Богу, говоря: Господи, что повелишь мне делать? И тотчас же услышишь ответ толкователя Божьей воли: Надейся на Господа, будь мужествен, да будет сердце твое крепко, и надейся на Господа. Злые замыслы прогони от себя и всеми силами не допускай их до себя, истреби их, а непрестанно держи в уме. Господи, что повелишь мне делать? Второе наставление. Молчи и воздержи, хотя уста и язык, когда не удержать ума, последуй благому и благотворному совету царя Давида. Я сказал себе, буду я осторожен на путях моих, в поступках своих. Стану обуздывать уста мои, пока нечестивы предо мною. И я был нем и безгласен даже о добром. Псалом 38, 2, 3. Потому молчи, ибо если в бедствиях и притеснениях не обуздаешь языка, не удержишь его, то знай, что легко наживешь себе беду, споткнешься в словах, а потому безопаснее молчать, в особенности о своих противностях и противниках. Ты не можешь говорить о них ничего хорошего, по крайней мере, не говори о них и злого слова. Пусть будет совесть твоя утешителем тебе, а праведнейший Бог судьею, Оточи его, твои противники, и их злоумышления не скроются. Уповай на Бога и молчи. Третье наставление. Когда обратишься ты к Богу и привыкнешь молчать, тогда всего себя предоставь воле Божьей, искренно покорись ей, и благодари Богу, что Он благоволил удостоить тебя страдать невинно. А если и заслужил ты страдания, то своим терпением загладишь вину и обнаружишь свое незлобие» покорный воле Божий человек держит Бога как бы в объятиях своих, говоря то же, что сказал Иаков, когда он боролся с ангелом. «Не пущу тебя, если не благословишь меня». Бытие 32, 24, 26. Когда при опрокидывании лодки двое из близ друг друга сидящие крепко схватятся, то приходится обоим погрузиться в воду, если опрокинется лодка. Таким же образом, необходимо для нас наитеснее присоединяться к Богу и покориться Его всеправедной воле в постигающих нас бедствиях, смиренно говоря, «Делай со мной что тебе угодно, о Боже мой, не упущу тебя, и тебя повлеку в глубину водную». И в самых волнах обниму тебя, тем более уповая на тебя, чем менее надеюсь на себя. Отделение четвертое. В-четвертых, когда сколько-нибудь утихнет скорбная буря, обратись к молитве. Призывай к себе на помощь пречистую Божью Матерь, святых ангелов и святых угодников Божьих, и представь им свою нужду, свою беду всякую» и недовольно сделать это один раз. Повторяй опять через многие дни, времена и целые годы. Если того требует дело твое, не переставай до конца постоянным своим прошением отверзать Божью десницу, которую он крепко сжал для оказания тебе просимой помощи. Языкия царь, получа грозное послание нечестивого Синахирима, пошел в дом Господень и развернул его послание пред лицем Господним и помолился, имея всегда в устах и сердце все упование на Господа Бога, говоря, «Господи Боже Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех цар земли, Ты сотворил небо и землю». Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня. Открой, Господи, очи Твои и возри и услышь слова Синахирима, который послал поносить Тебя, Бога Живаго. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки Его, и узнает все царства земли, что Ты, Господи, Бог один. Четвертое царство, 19, 14, 16, 19. И каждый, отягощенный печалью, разверни Писание Твое пред Богом, и сколько имеешь обид и неприятностей, все их представь пред очи всеправеднейшего судьи и премилосердного Отца». Если же прошение Твое не будет исполнено, то размышляй о непостижимости судов Божьих и о совершенном всевидении и промысле Вышнего, и всецело предоставь себя воле Божьей. Ты поступил, как было должно, остальное Бог исполнит. Пятое наставление. Посоветуйся с человеком мудрым, и по наставлению Сираха без рассуждения не делай ничего, и когда сделаешь, не раскаивайся. Сирах 32, 21. «Более же всего остерегайся следовать своим вожделениям и влечениям, ибо потеряешь всякое терпение, погубишь всю кротость, если послушаешь внутренних своих советников, то есть пристрастий и влечений. Они не добрые советники. Скорбь постигла тебя не без Божьего распоряжения, ему же лучше всех известно, как ты освободишься от скорби и уничтожишь ее». Но если безвременно на что-нибудь отважишься, повторяя, так хочу делу быть, и так повелеваю, вместо извета возражений волю мою представляю. Хотя это тебе и приятно, но оно расстроит Божие распоряжение тебе, и впоследствии сам на себя станешь пенять, сожалеть, что приключил себе зло. Всякое зло мы сами себе причиняем своей непокорностью Богу. Об этом говорит пророк со вздохом. У Господа, Бога нашего правда, а у нас стыд на лицах от того, что мы согрешили пред Господом, и не покорялись Ему, и не слушали гласа Господа, Бога нашего, чтобы ходить в повелениях Господних, которые Он дал пред лицем нашим. Варух 115 18. И так каждый всю свою надежду возлагай на Бога, исполняя Его заповеди. И чем крепче будет надежда твоя на Бога, тем сильнейшим сделаешься против врага своего, и будешь в покое и безопасности. Наконец, шестое наставление. Если, несмотря на все твое усердие и заботливость, не сбывается что-либо по твоему желанию, не вознегодуй на Бога и не на едино из Его творений, но размысли, что Богу известно до малейшей черты, что ты уже потерпел, что еще предстоит потерпеть тебе. Он желает изведать и укрепить твое мужество. А потому что Богу приятно, то самое и тебе да будет благоприятно. Ибо воистину счастливы мы, о Израиль, что угодно Богу и для нас благотворно. В подлиннике советно суть. Варух 4.4 Никто не дерзай говорить, вижу, напрасно тружусь просил я у Бога помощи с величайшим упованием на Него, всего себе предоставляя в Его волю, но ничего не вымолил. И ты говоришь, что знает Бог, может ли Он судить сквозь мрак облака завеса Его, так что Он не видит, а ходит только по небесному кругу. Иова 22, 13, 14. Это слова людей нечестивых. Ничего нет суетного в том, что хорошо сотворено. Разве у Бога есть одно только ⁇ казнохранилище? И если кто не получает от него денег, то ничего другого да не надеется и да не ожидает. Несмыслен тот работник, который не желает уплаты за свою работу получить ничем другим от своего господина, кроме только одной мелкой монеты ⁇ лепты. И если господин будет уплачивать ему золотыми империалами или отборную пшеницу, неужели бессмысленный работник воспротивится принять такую плату и будет требовать непременно мелкой монеты лептий? И тогда будет уверен всякий, кто не получил от Бога просимого предмета, что он не тщетно молился. Он умолит Бога дать ему другое что-либо несравненно лучшее. Отделение пятое. Если Бог не утоляет своего гнева, наказывая нас различными бедствиями и скорбями, то Он, милосердный Отец, поступает с нами так, как поступают благоразумные родители с детьми своими. Они бьют детей розгою и, ударивши несколько раз, спрашивают, будешь ли еще не слушать меня и проказничать. Если строптивое дитя молчит, опять бьют, приговаривая, будь покорен, добр, и продолжает это до тех пор, пока сына думается. И с истинным раскаянием даст обещание исправиться. Тогда Отец говорит, смотри же, помни это, и не повторяй своего упорства. Так и Бог наказывает нас и по временам спрашивает, желаешь ли во всем следовать моей воле и надеяться на одного меня, и как бывает обыкновенно мы или ожесточенно молчим, или отвечаем нерешительно, уклончиво на вопрос, потому Бог не прекращает часто насылать на нас различные бичи для нашего вразумления и ожидает искреннего от нас ответа. «Хочу, Отче мой, хочу во всем последовать Твоей воле. Скажи, что повелишь мне делать?» Один медоточивый учитель прекрасно охарактеризовал означенный вопрос ⁇ Господи, что повелишь мне делать, говоря, о, слово краткое, но полное, но живое, но действующее, достойное всякого принятия. Как немного находится таких самоотверженных людей, которые и самое сердце свое отдали Богу, говоря, «Хочу, чего Бог хочет, а не я», ежечасно повторяя «Господи, что повелишь мне делать?». Беда нынешнего века. Мы больше встречаем слепых, упоминаемых в Евангелии, чем ново обратившихся ко Христу апостолов, подобных святому Павлу, спрашивавшему с трепетом у Господа «Господи, что повелишь мне делать?». Деяние 9.6 когда евангельский слепой умолял Спасителя, говоря, «Сын Давидов, помилуй меня!» Господь сказал ему, «Что хочешь, да сотворю тебя!» Луки 18:41. «Как велико милосердие Твое, Господи! Как велика благость Твоя! Так ли Господь вопрошает раба, чтобы исполнить его волю? Действительно, тот слеп — который не рассудил, не ужаснулся и не сказал с величайшим смирением, «Нет, Господи, я не достоин такого прошения, Приличнее мне сказать Господу моему, Господи, что повелишь мне делать? Ибо не моя воля должна быть исполнена Тобою, но Твоя воля да будет мне непременным законом, да последуй ей. Господи, что мне повелишь делать?» Таковое упование на Бога а каково мы беседовали здесь, не может пребывать в нас постоянным и неизменным, если мы не утвердим его своим долготерпением и покорностью воли Божией по навыку. В притворе храма Соломонова находились два столба. Один из них назывался Иахин на правой стороне, а другой Ваас на левой стороне. Двум этим столбам сравниваются долготерпение и постоянство. Третье царство 7.21. Этими-то столбами должно быть утверждено упование наше на Бога. Безмерную печаль поглощает долготерпение. Постоянство уже ничто, определяемое временем, не кажется быть продолжительным. Приближающий же себя к Богу упованием, как гора Сион, не колеблется, пребывает вечно. Псалом 124.1.